Сегодня мы поговорим о полезной подкормке, от которой огурцы быстро пойдут в рост и станут сильными и крепкими. Готовится она из двух простых ингредиентов – сахарного песка и чесночной шелухи. Сахар – это ценный источник глюкозы, которая необходима нашим растениям для их правильного развития. Она является строительным материалом для клеток, а также дает культурам энергию на осуществление всех жизненно важных процессов. Что касается чесночной муки, в ней содержится масса ценных для растений элементов, таких как витамины А, В1, В2, В5, В6, С, К, а также калий, железо, магний, цинк, фосфор, медь, йод и хлор. Они способствуют развитию корневой системы и вегетативной массы, укрепляют иммунитет, повышают засуху и морозоустойчивость, продлевают период плодоношения, ускоряют созревание урожая и благотворно сказываются на вкусе и размере плодов. Чесночная оболочка также обладает мощными бактерицидными свойствами. Средства на ее основе быстро останавливают развитие болезней и отпугивают многочисленных вредителей. Для приготовления действенного удобрения 1 чайную ложку сахара и одну горсть чесночной шелухи добавляем в 10 литров воды и оставляем настаиваться в течение 10-12 часов. По истечении указанного времени раствор процеживаем и поливаем огуречные кусты под корень. На одно растение требуется около полулитра такой подкормки.